Очередной выпуск мультфильма «Ну погоди». Заяц не виноват. Виноваты баяны тульского объединения «Мелодия». Во время проверки качества этих баянов на базах Роскультурга были обнаружены случаи стопроцентного брака. Письмо с жалобой на качество тульских баянов прислали в Фитиль и учителя музыкальной школы из Омска. Они даже ездили в Тулу. Но начальник цеха товарищ Овсянкин на все претензии отвечал, что качество инструментов соответствует их сумме. Ну, Овсянкин, погоди.